Один из способов прекратить работу ума, прекратить работу мыслей, это остаться в миге, здесь и сейчас. Здесь и сейчас это нечто вообще обалденное. Это живое. Вот была когда-то песня из кинофильма «Земля Санникова». Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Он называется жизнь. Я это раньше, ну так, думал, типа, просто поэзия, ну, для красоты, так сказано. И вот потом только я открыл, что это так и есть. Жизнь – это миг. Вот есть вещи, называются прямые установки. Прямые установки – это не то, что вы получили из своего опыта. Не это. Поэтому прямые установки всегда нужно проверять на своем опыте. Иначе они не работают. Первая у нас была какая прямая установка? Что я – это мысль, да? Вот, я – это мысль. Первое. И второе – это прошлого не существует. Его просто нет. Все, что мы считаем прошлым, все, что мы помним, вся наша память, весь наш жизненный опыт находится в ячейках, вот тут, где-то в ячейках нашего мозга, и он находится здесь, прямо сейчас, в этот самый миг, в этот миг. Да, есть там пометка в каждой ячейке, что это было вчера. Я вспоминаю вчерашние события. Ага, это было вчера. А что-то было 20 лет назад. Там другая пометка, что это было давно. Ну, есть какие-то пометки. Но, тем не менее, вот это, все, что мы помним, оно есть прямо сейчас. Эта память прямо сейчас существует. Если даже мы смотрим на фотографию. Мы смотрим на фотографию, но фотография-то существует прямо сейчас, вот она перед нами. Да, изображение, оно запечатлело тот миг, который был тоже тогда, прямо сейчас. Тогда он был сейчас. Все истинное, истина сама, она всегда в миге прямо сейчас, только сейчас. Все остальное... Мечты о будущем, там, всякие фантазии, представления. Или, наоборот, улеты в память, в какие-то там дебри, что было, а что и не было. Там часто переплетается то, что было, и то, что мы накручиваем, наворачиваем, думаем, что вроде бы как оно было, это наши фантазии. На самом деле, не то, что реально было, не фантазии, а это все не истина. Это все не настоящее. Да, память, она божественна. Сама память, сама энергия памяти, она божественная. Но вот эта форма, когда вот сама память принимает формы в определенных ячейках, в образы из прошлого. Вот что такое образ из прошлого? Это вот некоторое то, что мы как бы видим. Вспоминая, мы как бы это видим. Вот это, оно все, в настоящее время этого ничего нет. Это иллюзорно все. Это не живое, это как просто какой-то слепок. Просто какой-то отпечаток. И все. Ну, нет, для практических вещей прошлое необходимо, чтобы там... Что-то помнить, ну, естественно, что-то помнить нужно.
Поэтому память и дана, она и есть. Практически, да, но всегда надо знать одно, что это не живое. Это не живое. Оно нужно, да, но оно не живое. Форма памяти не живая. И все, что у нас как бы годы за плечами. Какие годы? Миг, сейчас, вот это и есть жизнь. Там есть даже слова. Чем дорожу, чем рискую на свете я? Мигом одним. Только мигом одним. Вот, умирая, человек теряет что? Миг, всего миг. А вот он есть, и вот его нет, все. И вот этот миг, он как бы прекращается. Так же, да? Вот. Вот, когда... И что? Отсеките прошлое. Отсеките. Прошлого не существует. Останьтесь прямо сейчас. И постарайтесь удержаться в этом миге по возможности дольше. Удерживайтесь в нем. Этот миг не принадлежит времени. Это вечность. Вечность в одном миге. И что происходит? Происходит то, что мысли приостанавливаются, мысли прекращаются. Ум не может работать, когда сознание находится в миге сейчас. Потому что в этом миге уму делать нечего. У него нет тут работы. Ум, он всегда что-то из прошлого и что-то из будущего. Берет, перекладывает там любую вещь. Там ремонт машины. Я вспоминаю, как из прошлого беру то, что как эта машина была, как эта деталь была, и теперь представляю в будущем, как она должна быть. И начинаю вот это вот делать что-то, да, исполнять. А, и мысли между прошлым и будущим постоянно крутятся. Или любое другое. Ум всегда работает из прошлого в будущее. А здесь все остановилось, все замерло. И ты просто есть. Ты ничего не делаешь. Просто есть и все.